Вот это интересно, смотрите. Опять я еще не успокоился, да? Я был в шоке, когда я узнал, что Кубань, а я знаю, что рядом с Кубанью Черное море. Ну, Сочи, сами понимаете. Черное море, там и настоящее. Я считал, что там эти бесконечные муссоны, там бесконечные, ну, как вот, оно и должно. У нас черевушки, почему никто ничего не поливает никогда? Каждые несколько дней влага накапливается в атмосфере, туча надвигается, проливается над черевушками, иногда зацепляет май, но никогда меня, никогда, заметьте. Вот. Поэтому у меня вся надежда на корни центральные. И вот получается следующее. Ну, думаю, так же, как в Херсонской области. Сыро, 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 сыро. И вдруг рядом, не рядом, ну, сами понимаете, не так далеко Кубань-то. И вдруг суховее. Ну, хорошо, давайте попробуем избавиться от суховея. Давайте как? Какие-то различия есть? Есть. Давайте попробуем эти как-то нивелировать. Тут уже начинается как раз вот это вот какие-то нюансы, когда нельзя это, нет только так, или нет только так, как вот в Сибири у Железова, а по-другому никак. А Железов садит южные сорта, вот это видите, сейчас вам покажу. Там дальний два ряда персики, тут эти, самые дальше слева идет, и самый роскошный абрикос. Смотрите, на Кубани, где суховее, это же нормально. Вот уже и расти, вот уже и уже не будет такого, как сказать-то, переувлажнения. Правильно? Не будет же. Уже получше. А если это же самое растет в Сибири? Да это тепловая подушка. Представляете, как тепло от этого, светлое это самое. Лучше бы еще белой краской бы покрасить, это было бы идеально. Еще бы на пару градусов было бы теплее. И летом, представьте, солнце как тут поднялось бы, до 40 градусов поднялось. Но в последние годы сибирские жаркие, и Сибирь как Хакасский край, как, с которого солнечная Хакасия, она перестала быть солнечной. Климат меняется. Но даже вот не совсем белая вот эти вот самая ограда, не совсем белая, и та тепло дает. И севера ветра нет. Значит, и там пригодилось. А теперь согласны, что и на Кубани бы пригодилась такая, и здесь бы пригодилась. А давайте посмотрим результат. Внимание. Узнаете, вот это рифленое железо. Смотрите внимательно. Вот. Посмотрели? Вот оно. А вот деревянное. Ну-ка, тут деревяшки видно. Да, вот он. Нет. Ну, вот он, забор, короче. Итак, здесь бочки не стало, я вообще не пользуюсь. Вот, перестал пользоваться. Вообще не поливаю. А вот там, где вот это вот квадратненькое, это для бытовых этих, вот она. Вот она, вот она. Теперь согласна, что это то же самое место. Смотрите, 2,5 года этому саженцу. Вот с этого момента прошло 2,5 года. Вот. Я сдаю экзамен, что я не болтун. Первый год росло очень плохо. Выросло чуть выше колен. Второй год, кстати, знакомьтесь. Суглинок, тяжелый суглинок. Как по лопату воткнул весной мокрую землю, а попробуй выдерни. Прилипает так, что не выдергивается. Это суглинок. Ясно ему делать вроде бы нечего. Мы только сейчас про климат говорили, а теперь переходим к этому самому, к почве. Второй месяц, второй год, это было ему уже где-то вот так по грудь. Сильнейшая обрезка, а почему сказать? Уже эти деревья, включая, вот видите, на заднем плане персик, эти деревья уже стали маточными. Тут мне было, когда я вот так рассказывал, до того интересно, когда есть оппоненты, побольше бы их, шайбу, оппоненты, оппонентов. Мне нужно что? А что мне тот сказал? Не по-мичуински. Дерево должно устаканиться, сорт, а тогда брать. С него черенки. А вот с этого рано барашата наследственность. Да я, а я же как это. Вы знаете, люди играют в лотерею. Почему? Азарт, нервы пощекотать. И вот мои нервы, вот мой азарт. Не хочу знать, что будет. Она еще не плодоносила. Видели фотографию, сделанную несколько месяцев назад? Еще не плодоносила, ни одного плода не было. Ничего.
Посмотрите приросты. Почему приросты такие? Наконец-то корни пробили эту чертову глиняную подушку. Или как там? Глиняное основание. И пошли дальше. Ни разу не полито дерево. Дожди были такие средненькие. Вот предпоследнее было, все заливало. А вот последнее лето средненькие дожди. Но я из принципа не поливал. Вот она, тепловая подушка. А чего не расти-то? Маленький оазис, еще раз, видите? Моими руками все сделано. А, и еще его сестренка, это братец Иванушка, еще сестренка Ленушка, как в сказке. Вот.